А Христов, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей. Этот стих маленькая Дана выучила специально к Рождеству. Каждый год на праздник в Петропавловский собор она приходит вместе с семьей. С Богом в сердце, как говорится, с детства. В нашей семье христиане, мусульмане, и мы живем одной семьей, приезжаем в храм. Господи, усне наши отверзиши, и уста наша возвестят хвалу Твою. У алтаря сотни людей, паства ждет рождественского чуда. Молитва не утихает с вечера и до самого утра. Вот именно в этот день все сходится, Спаситель рождается, мы радуемся. Еще до наступления полуночи собор полон прихожан почти до отказа. Молодых, пожилых и детей отстоять рождественскую литургию приходят целыми семьями. Коляда, коляда, отворяй ворота. А так гуляют на народных праздниках целыми селами. Православные Свияжска вспоминают, как коледовали их бабушки и прабабушки. Кидали то валенки через плечо, то, значит, полено, то, значит, да, шапки раскладывали. Какой же у тебя будет цвета муж? Например, рыжая шапка черная или белая лежала. Что-нибудь. И вот девчонки-то выдергивали. О, рыжий будет у меня муж! А Смирновые, годами пытаясь найти редкую именную иконку, случайно нашли ее именно в рождественскую ночь. Иначе как чудом это не называют. Мой муж вышел из церковной лавки и преподнес мне эту иконку, которую я очень хотела даже уже несколько лет. Она добрая женщина. Пусть у всех будут подарки. Рождественский гусь, пряники и пироги. На гуляниях у Дворца земледельцев сделали упор на кулинарию. Чтобы парки наши не пустовали, и народ друг с другом встречался и гулял. 30-й год подряд рождественский карнавал идет в Нижнекамском доме народного творчества. На сцене привычный аншлаг, колядки и хороводы. Каждый год приходим с радостью и с ребятишками. От концертов в ДК до массовых гуляний Рождество в Татарстане – светлый праздник. Хотелось бы мне призвать всех вас, мои дорогие, и православных, и мусульман, особенно у нас в Татарстане, запомните, храните это Богом данное завещание – мир, единство и согласие. После храмов праздник татарстанцы завершали уже за праздничными столами. Рождество поставило точку в строгом двухнедельном посте. Гуляния продолжатся до крещения, которое отметят 19 января. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Марат Зайдулин, Александр Лобанов, Андрес Антальцев, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Свияжск.